В Иркутскую область постепенно приходит весенняя погода. Какую температуру ждать в начале недели, расскажем в нашем прогнозе. Спонсор прогноза погоды – компания «Акварель». Компания «Акварель» всего за 3 дня изготовит качественные жалюзи. Бесплатный замер и скидка 10% гарантированы. «Акварель». Телефон в Иркутске 67 400. В понедельник, 9 марта, в Ангарске переменная облачность без существенных осадков. Давление 729 миллиметров. Ночью минус 17, а днем плюс 1. Похожая погода в Шелихове. Там переменная облачность без существенных осадков. Давление 726 миллиметров. В городе минус 15 ночью и плюс 1 днем. В Усть-Куте пасмурно, временами снег. Атмосферное давление 733 миллиметра. Ночью минус 17, а днем до 5 градусов со знаком минус. Тоже в Усть-Илимске. В городе пасмурно, временами снег. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ночью минус 16, а днем до 5 градусов ниже нуля. Осадки в Братске. Там пасмурно, временами снег. Давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 15, а днем до минус 4. Похожая погода в Тайшете. Там пасмурно, временами снег. Давление 740 миллиметров. Ночью минус 15, а днем минус 4. В Саянске без существенных осадков. В городе переменная облачность. Давление составит 716 миллиметров. Ночью минус 18, а днем около нуля. Такая же погода в Черемхово. Переменная облачность без существенных осадков. Давление 713 миллиметров. Ночью минус 18, а днем 0 градусов. В Усолье-Сибирском переменная облачность без существенных осадков. Давление 726 миллиметров ртутного столба. Ночью минус 18, а днем плюс 1. Без существенных осадков и в Байкальске. В городе переменная облачность. Давление 725 миллиметров. Ночью минус 17, а днем около 1 градуса. В Бодайбо облачно с прояснениями и кратковременный снег. Давление 730 миллиметров. Ночью минус 24, а днем 8 градусов ниже нуля. Похожая погода в поселке Мама. Облачно с прояснениями и кратковременный снег. Давление 723 миллиметра. Ночью минус 24, а днем до минус 8. В зиме переменная облачность без существенных осадков. Давление 718 миллиметров. Ночью минус 16, а днем около нуля. А в Иркутске переменная облачность без существенных осадков. Давление 723 миллиметра. Температура ночью минус 17, а днем около нуля. Компания «Акварель» всего за 3 дня изготовит качественные жалюзи. Бесплатный замер и скидка 10% гарантированы. «Акварель». Телефон в Иркутске 67 400. Улыбайтесь при любой погоде и хорошей недели.